Сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки вблизи школ и детских садов. Часто участниками транспортных происшествий становятся дети. За этот год произошло 133 ДТП с участием несовершеннолетних. 142 ребенка получили травмы разной степени тяжести. Есть погибшие. Больше половины пострадавших детей – пассажиры. Часто тяжелые травмы ребенка связаны с нарушением правил перевозки. Сотрудники ГИБДД решили напомнить взрослым об их ответственности. Но вместо суровых инспекторов водителей встречают Дед Мороз со Снегурочкой. Во время проведения этих массовых проверок с нами работают Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Значит, они напоминают родителям о правилах перевозки детей, вручают памятки, а детям небольшие подарки. Ну, конечно, под масками Деда Мороза и Снегурочки скрываются тоже сотрудники госавтоинспекции.